Здравствуйте, дорогие друзья! Место и время этого ролика было подобрано просто идеально, просто все в наших лучших традициях. Никто в жизни своей не снимает лайки и видео в духе. Что мне нравилось в этом месяце, в середине месяца, поскольку один месяц уже закончился, другой еще длится, но не мы. Мы разрушаем стереотипы, разрываем шаблоны, поэтому будем сейчас действовать так, как будем. Изначально я хотела заснять видео про то, что мне нравилось этим летом, но сентябрь закружил меня в своих учебных делах, в пересдачах, во всем чем угодно, поэтому, да, это резко отложилось на 3 недели аж, но я все-таки здесь и хочу с вами кое-чем поделиться всякими разными вещами, которые случились со мной за это время. И первое, что мне нравилось этим летом, это моя поездка в Испанию, моя дикая, в полном одиночестве странная поездка в Испанию, которая, тем не менее, оказалась довольно клевой. После поездок в Европу у меня не всегда остается такое супер положительное впечатление, потому что иногда я понимаю, что я попала в какое-то очень крутое место, как, например, было со Швейцарией. Но при этом я понимала, что это такой, скорее, пенсионерский курорт, очень красивый, очень крутой, очень-очень дорогой, через который мы проехали просто насквозь, очень быстро на машине посмотрели виды и быстро-быстро выехали оттуда, которым, несмотря на всю его красоту, станет очень быстро, очень скучно. Так вот, случай с моей поездкой в Испанию, это казался совершенно не тот случай. Если вы когда-нибудь окажетесь в Лорет-де-Маре или в его окрестностях, вам это место очень-очень понравится, очень запомнится, поэтому я могу на 100% его рекомендовать. Конечно, не обошлось без всякой странной фигни, типа попыток всех испанцев, с которыми я хоть как-то контактировала, найти мне собеседника или спутника или кого-то еще. Там был в связи с этим очень странный случай, который я сейчас тоже, наверное, расскажу. Или их категорическое нежелание разговаривать со мной на английском, хотя я уже в лоб, там, языком жестов, и как только не пытаюсь им понять, что, ну, я не говорю на испанском, извините, можете перейти на английский. Но вот это вот какая-то вот такая вот южноевропейская особенность. Но в целом мне моя поездка очень-очень понравилась. А веселая история заключалась в том, что один официант в баре, в который я очень любила заходить, потому что там подавали огромные размеров XL и XXL алкогольные коктейли, поэтому да, я там появлялась не единожды. Один из официантов просто запомнил меня и решил, что это непорядок, что я прихожу туда одна. И просто подошел к толпе не очень трезвых и не очень, так скажем, благонадежно выглядящих молодых людей и сказал, что вон та девушка за этим столиком мечтает с вами познакомиться. И они всей толпой встали и пошли ко мне, то есть на другой конец ресторана. И я такая думаю, господи, блин, что делать? Я не хочу с ними общаться, типа, чё, куда мне бежать? Что делать? А мне подали огромную XXL размера пинаколаду. И подали они мне ее не в бокалик, а в огромном ананасе. И я просто взяла этот ананас, схватила его и просто свалила оттуда. Вы просто можете представить себе всю эту ситуацию, как я бегу по испанскому курортному городу с огромным ананасом в руках, с трубочкой, торчащей из него, спасаясь от неудобной социальной ситуации. И это просто картина, которая, наверное, в целом очень хорошо описывает мою жизнь. Ох! Вторая вещь, которая мне понравилась, это был мой день рождения, который тоже проходил внезапно в полном одиночестве, так что я думала, что это будет какое-то такое мероприятие на грани фейла, но если вы видели мой влог, то вы поняли, что мне как-то удалось это вывести, и что он, тем не менее, прошел как-то нормально и даже, наверное, хорошо. Но эти две вещи, Испанию и день рождения, вы уже и так могли наблюдать во влогах, если вы следите за моим каналом, то несколько видео на эту тему уже были. Что мне не понравилось, немножечко отойдем от темы этого видео, это мне не понравилось готовиться к пересдаче. Мне пришлось этим заниматься и тратить на это свое прекрасное лето, но, к сожалению, да, так вышло. У меня, к сожалению, очень большие проблемы с нервами на экзаменах. Вообще такое ощущение, ну, естественно, все волнуются, все переживают, но у меня это просто как будто бы в 2 раза больше, чем у всех остальных, поэтому один из экзаменов прошел прям плохо. Реально плохо, и мне пришлось его пересдавать. Мне пришлось сидеть над этим довольно долго. Это мне не понравилось, но мне очень понравилось это сентябрьское ощущение, уже перебегая на сентябрь, когда ты уже все сдал, отстоял все очереди, открыл этот билет, увидел, что у тебя нормальный билет, все ответил, все сдал и просто закрыл за собой эту дверь и понял, что ты свободен. А потом вспомнил, что завтра, блин, на учебу, и все. Больше лафы не будет. Просто завтра опять в
принципе, по-любому все равно надо будет на учебу. Это мне очень понравилось, но понравилось мне это на пару часов до того, как я вспомнила, что, тем не менее, рутина и текучка никуда не деваются.